Приветствую всех на канале Корейская кухня проще простого. Сегодня готовим хе из шампиньонов. Что нам для этого понадобится? Шампиньоны, сладкий или острый перец, зеленый лук, репчатый, морковь, чеснок, соль, сахар, черный перец, молотый кориандр, уксус, растительное масло и перцовое масло. Морковь шинкуем или нарезаем тонкой соломкой. Для этого сначала нарезаем на пластинки. Затем нарезаем тонкой соломкой. Репчатый лук также нарезаем соломкой. Сладкий или острый перец тонкими колечками. Зеленый лук крупными перьями. Чеснок натираем на мелкой терке или пропускаем через чеснокодавилку. Очищенные шампиньоны разрезаем крупные надвое, мелкие оставляем целыми. Теперь шампиньоны нужно сварить. В кипящую воду опускаем грибы и варим 10 минут. Грибы сварились, выключаем плиту. Откидываем грибы на дуршлаг, ополаскиваем холодной водой до полного остывания. Затем хорошенько отжимаем. Отжатые грибы высыпаем в чашку, в которую будем замешивать салат. Сюда же добавляем все подготовленные овощи. Заправляем хе. Добавляем половину столовой ложки соли, половину столовой ложки сахара, половину чайной ложки молотого кориандра, половину чайной ложки черного перца, 1/3 столовой ложки уксусной эссенции, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку перцового масла. Как сделать перцовое масло, вы можете найти на нашем канале. Если вы делаете не острый салат, перцовое масло сделайте из паприки. Теперь все аккуратно перемешиваем до полного растворения соли и сахара. Хе из шампиньонов готово. Даем ему настояться в холодильнике пару часов и можно подавать к столу. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк.